Ассаламу алейкум, уважаемые братья и сестры. Алхамдулиллях, мы сегодня третий день Рамадана в Медине возле мечети посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Алхамдулиллях, за эти три дня мы поставили в этот мечеть 520 мусхафов Куранов от вас, от всех, кто меня просили, от всех имени я поставил туда, иншаллах. Конечно, тяжело было, некоторые видеоотчеты требовали, но, алхамдулиллях, в любом случае мы справились. И вот сегодня 40 ящиков фиников. Вчера и позавчера еще по 10 поставили. В общем, 61 ящиков фиников тоже за эти 3 дня. Иншаллах, сейчас мы эти ящики зададим туда, где именно распределяются во время ифтара финики. Каждого, кто принял участие в этом благом деле, Аллах, прошу Аллаха Субханаху ва Тааля в этих благословенных местах за вас, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля увеличил ваш риск во многократном размере, и чтобы вы еще больше могли потратить на пути Аллаха ваши средства. Иншаллах, каждый рубль, который вы отправили, иншаллах, тратится именно на те нужды, на что вы просите. Альхамдулиллях, что есть много братьев, сестер, которые большое количество таких милостыней на себя берут. Всем тем, кто принял еще раз, джазакаллаху хайран, иншаллах, мы иншаллах сейчас трогаемся в Мекку. И в Мекке также будем продолжать, будем Курани за вас ставить, будем финики за вас раздавать, воду и все остальное. Еще раз, ассаляму алейкум ва рахматуллах, мы за вас тоже делаем дуа, вы за нас тоже делаете дуа, мы сейчас отправляемся в путь.